А вот когда заработает городской парламент? Вопрос. Городской глава Запорожья провел встречу с представителями всех политических сил, представленных в горсовете. Владимир Буряк призвал депутатов в кратчайшие сроки запустить работу горсовета. Для решения проблем жизнеобеспечения города нужно, чтобы заработал городской совет. Однако до сих пор предложения о распределении депутатов в постоянно действующие комиссии горсовета не поступили. А без них горсовет не сможет принять бюджет, базовый финансовый документ для города. Отсутствуют и предложения фракций по кандидатурам секретаря горсовета. На сегодняшний день распределение депутатов я от вас ни от кого не получил по комиссии. То есть у каждой партии, которую вы здесь представляете, есть количество депутатов. Все депутаты, в моем понимании, должны быть расписаны по всем комиссиям. На сегодняшний день только фракция партии «Новая политика» дала свои предложения по главам и заместителям постоянных комиссий. По итогам встречи было принято решение, что до конца сегодняшнего дня политические партии направят управление по обеспечению работы городского совета свои официальные предложения. После этого городской глава обещает немедленно назначить дату продолжения пленарного заседания горсовета.